Эти спортивные состязания были запланированы заранее, ведь педагоги лагеря для старшеклассников придают большое значение укреплению взаимосвязи подрастающего поколения и специалистов-атомщиков. Почему атомная электростанция? Потому что это сердце нашего города, это образующее наше звено. И мы уже несколько лет работаем при активной поддержке атомной электростанции, ведь детский отдых очень важен. И, казалось бы, где можно отдыхать в нашем городе? А дети у меня от 14 до 18 лет. Это очень такой серьезный пласт, где большая заинтересованность. Конечно же, любовь к спорту без вредных привычек – вот наш девиз. Стоит отметить, что этот волейбольный турнир состоялся при поддержке профсоюзного комитета Смоленской АЭС, который уделяет огромное внимание развитию культуры и спорта в нашем городе. Очень рады видеть сегодня здесь наших детей, наших ребят, потому что они не перестают заниматься спортом и в свои каникулы. Это очень приятно. Владислав Самарский посещает лагерь «Круто» с 13 лет и постоянно участвует во всех спортивных соревнованиях, набираясь опыта и мастерства. Вот это само соревнование, оно нам поможет набраться нового, больших навыков и начать лучше играть. Поэтому считаю, что вот что проходит волейбол, футбол, все вот эти мероприятия, они полезны для нас. И в будущем мы будем, думаю, лучше играть в футбол и волейбол. Все спортсмены готовились к игре, регулярно тренировались и надеялись на победу. Для нас вообще как бы это первый случай игры именно на таком уровне и такой организации. Видимо, отсутствие опыта игры с подростками и стало причиной поражения команды молодых атомщиков. Хотя играли честно, без поддавков. А старания, спортивный азарт, желание победить и благосклонность фортуны обеспечили старшеклассникам первое место.